Северная Греция столкнулась с серьезным водным кризисом из-за длительной засухи, усугубленной последовательными волнами тепла и отсутствием осадков. До недавнего времени озеро Пикролимни в 40 километрах к северо-западу от Салоник было популярным местом для принятия грязевых ванн. Но этим летом здесь просто потрескавшаяся земля. Эхи 2 хроня тора, не врэхи катholu, γι' αυτό και η λίμνη έχει ξεραθεί εντελώς. Κάποτε είχε πολύ νερό, υπήρχε κόσμος, έκανε μπάνιο. Береговая линия озера Дайрани, которая охватывает северную границу Греции и Северной Македонии, отступила за последние годы на 300 метров. В Неосилата на Халкидики оливковая роща Димитроса Пападакиса также страдает от засухи. За 6 недель до сбора урожая ему и его сыну приходится привозить воду на грузовиках из близлежащего района. А в Неопатиде, очень популярном туристическом районе, местные жители прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы справиться с частыми отключениями воды. Κάνω κυκλική οικονομία. Δηλαδή, πλένω τα πιάτα μου και πετάω το νερό στην αυλή. Κάνω ντουζ μέσα σε λεκάνη και πετάω το νερό στην αυλή. Γιατί αλλιώς θα στεγνώσουν τα πάντα. Αναγκαστικά προσπαθώ να εξοικονομήσω νερό από παντού. Και όταν χρειάστηκε, κουβάλισε και με το καρότσι νερό από τη θάλασσα για την τουαλέτα. Служба по чрезвычайным ситуациям ЕС сообщает, что сильная засуха сейчас распространяется от Черного моря на запад до Северной Греции.